Я пожелал прочитать стихотворение Леонида Писарчука. При ясном свете и ночной тиши, в лучах заката и в лучах рассвета передо мной библейские сюжеты. Христос на помощь страждущим спешит. В любое время, в полночь или в зной, в жару любую и в любую стужу, Он там, где Он так непременно нужен, а там, где Он, беда уходит прочь. Там, где несчастье, стопудовый груз, там, где больной, а рядом с ним калека, и не поможет им ни царь, ни лекарь. И кто-то вдруг подскажет: Иисус. И, уцепившись за свою мечту и не желая обрести потерю, прошепчет еле слышно губы: «Верю». И Он пойдет к вам не одну версту, пойдет, чтоб заглянуть в глаза людей, сказать: «Да будет вам по вере вашей!» Слепой увидит и хромой запляшет, и радость после долгожданных дней. Ему любые горы по плечу, разрушьте храм, и Он его восставит. Его Отец прославил и прославит, и потому хвалиться им хочу. Пусть все изменится и все пройдет, пусть обветшает обувь и одежда, пусть будет все не так, как было прежде, а Он вовеки не перестает. Ветра сотрут в песок величие стен, вода источит грани камня тоже, но только Иисус вовеки тоже. Любовь, она не знает перемен. При ясном свете и в ночной тиши, в лучах заката и в лучах рассвета передо мной реальных дней сюжеты. Христос на помощь страждущим спешит.